Дороги в Красноярске снова начнут обрабатывать реагентом. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Еремин. По словам градоначальника, за два месяца красноярские магистрали без химии пришли в печальное состояние. А грязь, которая появилась во время генеральной уборки на выходных, как раз вследствие того, что дороги попросту запустили и не могли нормально очистить. Еремин рассказал, что и от старого реагента Бионорда отказываться не собираются. Правда, им будут посыпать только остановки, мосты и сложные участки. Что касается новой снегоплавильной смеси, то ее скоро будут использовать. Мэр сравнил уборку с мытьем посуды без моющих средств. Тему просто, ну, задурачили. На сегодняшний день, ну, говорят, многие рассказывают, как это, я вот говорю про омлет, не понимая, откуда берутся яйца. Подзагадились за декабрь, реально, а другого варианта нет. Либо ферри использовать, либо песочек. Мы будем его использовать. Как это не будем использовать? Повсеместно и по всему городу. Да, будем, конечно, дороги будем обрабатывать. Но мы не будем допускать. Показали разницу. Я думаю, что вот окончание вторую половину зимы мы будем эти технологии уже внедрять.